как негоды. Сам, кажется, пошел бы с молодцами. Спасибо, друг. Ну, засиделся я, пора домой. Да только нужно мне с тобой поговорить о важном деле. Пан гетман, мне с тобой беседа и в честь, и в радость. Говори. Так что же, друг, уже любовь для стариков заказана, ею должна лишь только юность наслаждаться. Нет, я не так сужу, мы, старики, любить и чувствовать умеем.